На улице Безыменского в Владимире сгорел автобус, следовавший по маршруту номер 32. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 12:25. Случился сначала хлопок. После хлопка пошло задымление. Остановили автобус, заглушили, открыли дверь, высадили пассажиров. Начали спасать, я спасала вещи, водитель пытался отсоединить огнетушитель. Пока он, там уже дым был черный, пока он отсоединял, я голову вверх подняла, смотрю, пламя. Буквально 3 минуты. Все, вышли, вызвали пожарных. Самостоятельно справиться со сгоранием водителю не удалось. К моменту приезда МЧС пожар распространился по всей площади автобуса. Через 2 минуты на место прибыли пожарные подразделения. В течение 5 минут было ликвидировано открытое горение и также оперативно потушен сам пожар. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Площадь пожара составила 25 метров квадратных. К тушению пожара привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Отметим, что это уже второй случай возгорания транспорта за текущую неделю во Владимире. Накануне сгорела «Газель». В случае же именно с автобусами – это ЧП третий с начала года. 2 мая у гипермаркета «Лента» загорелся пассажирский автобус, который предположительно следовал по маршруту Собинка-Владимир. А 8 мая в областном центре возгорание случилось в автобусе номер 152. Мария Котлярова, Карина Романова, Александр Горшков, Губерния 33.